Наш новогодний шедевр. На центральной площади устанавливают главную новогоднюю елку Конаково. 16-метровое главное украшение города будут возводить несколько дней. Она считается одной из самых красивых и высоких в Конаковском районе. Километр цветовых гирлянд, около сотни игрушек. Эту увесистую елку будут устанавливать, а потом наряжать по плану почти неделю. 16 метров в высоту, чтобы нарядить такую огромную красавицу, без строительного крана не обойтись. В этом году елку на площади решили наряжать по принципу прошлых лет, как и всегда, не изменяя добрым традициям. Здесь будут развешаны игрушки, закупленные ранее, поскольку находятся в хорошем состоянии. А также украшения, сделанные руками школьников и их родителей в рамках городского конкурса «Новогодняя игрушка нашего города». Подрядная организация приступила к монтажу искусственной елки на центральной площади. Сейчас собирается каркас. Параллельно ведутся работы по сбору щитов управления светодинамической конструкции. Перед подрядчиком стоит задача до 15 числа закончить работы. Также необходимо подрядчику по городу подключить новогоднюю световую иллюминацию. Новогодняя сказка близко, а чтобы она свершилась, работники подрядной организации следят за каждым этапом возведения конструкции. Все-таки это не просто новогодняя елка, это железные балки, общий вес которых составляет несколько тонн. Поэтому на каждом метре проверяется прочность креплений, стойкость монтажа. Затем уже к установленному каркасу прикрепляются пушистые искусственные ветки ели, на которые и повесят красивые новогодние игрушки и светящиеся гирлянды. Завораживающий вид на елку открывается, конечно же, вечером, когда темнее, и все дерево переливается огнями. Почувствовать новогоднюю атмосферу можно и в дневное время. Ведь куда волнительнее ощутить праздничную атмосферу именно тогда, когда ждешь того самого новогоднего чуда.